Короче, ребят. Короче, до Омска не доехали мы. Блин, меня уже, короче, глючить начало. Ну и нафиг, я думаю, это, блин. Надо спать, ложиться. Короче, все, выдохся я. Короче, мы стоим в Малиновке, поселок Малиновка. И нам осталось 100 километров до Омска. Это, блин, непонятный. Здесь КБшки стоят. Две штуки. Странно, почему же он показывает 5 минут? Такие дела. Так, сейчас пойду. За чайком схожу. Так, потихонечку выкатываемся. Нам до Омска сотня. Столовая. Кстати, ребят, столовая вообще классная. Банкомат есть. Очень такой хороший плюс, ребята. Вот сейчас денег 100 рублей всего оставалось. Я прям раз... Сбербанк. Сбербанк здесь, кстати. И это... Сейчас прям раз перекинул на Сбербанк, на карту. Хоп, спокойно сейчас снял. Сейчас хоть наличка немножко есть. Пару-тройку тысяч там. Налички все равно не помешает. Вот эти вот у меня... Ерундушки надо себе купить, пластмасски, там он тоже нету. Да ладно, потихоньку все сделается. Еще, ребят, ну блин, это... А жизнь такая, она... Сегодня нет, завтра есть, но... Никогда уже это... В принципе, это... Самое главное, что в нашей жизни, надо пристегнуться. Чтобы... Ноги не оторвало нам. Включили фары. Сибирь, Сибирь, ребята, холода, мороз, снега. Видите, как здесь? Вот она вроде, недавно была Махачкала, два дня назад, да? Маршрут перестроен. Сейчас все, ребята, нахуй. Поверните направо, а затем поверните... что хоть здесь зима, здесь немножко хоть снег это приравнял. Пока.
я не знаю, конечно, что здесь летом. Поверните направо. Нам-то адреса километр, значит, где-то здесь какой-то коттеджик. Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Так, смотрим адрес. Вообще ничего не видно. Так. Вообще ничего не видно. Так, нам прямо, да? Хорошие здесь. Блин, мерзнуть неохота. Все, ребят, приехали, сейчас посмотрим, позвоним. Так, ребят, все, выгрузились. Вот машинка приехала, девушка. Такие дела, ребят. Хороший, говорит. Хороший ты, говорит, человек. Человек хороший. Мне интересно, он так сказал, конечно. Новосибирск направо, Одесская прямо. Уходим, 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 уходим. Съезд, поверните направо. Как скажешь. Вот стояночка, да? Так, а что у нас за стоянка такая? Опа! Кстати, а вот она-то мне и нужна. Эта стояночка. Сейчас мы здесь и перекусим. Здесь я частенько бываю, когда нахожусь в Омске. Кстати, хорошая здесь и кухня, ребята. Сразу могу сказать, потому что ем часто здесь. Кушаю. Мойка здесь тоже. Газель всего 400 рублей. По крайней мере, было. Не знаю, как сейчас, ребят, до Нового года было так. Вот кафешечка здесь. Ну, сколько фур, а? Вот утро, да, ребята? Директор, девушка. Так, ребятушки, 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 мы покушали. Так классно покушал, ребят. Ой, честно скажу, хорошая кафешка. Не пожалеете, рекомендую. И мойки здесь хорошие. Вот построили новые, это вот старые были. Привет. Вот такие дела, ребята. Ну куда ты едешь, Бастя Крылов, а? Ёпарасоте. Не поел, что ли? Забыл? Так. Ёлки-палки. Сидит. Молодой мальчишка.
Майчоночки, все дела, кайфуем. А мы с тобой через 800 метров держитесь левее, а затем круговое движение. Первый съезд. Так, поехали, ребята. Эх, Господи, спаси, сохрани, да? Давай быстрее, проскакивай. Так, нам до Новосибирска 600 с лишним. Будем ехать на завтра в Иркутске. Не стояночки, вот справа Розлитров, где я обычно второй съезд тусуюсь, когда в Омске. Вот она. Готовят, конечно, тоже ребята вкусно, но здесь ценник такой, соответственно, подороже, чем здесь вот. Прям 77 километров. Но здесь тоже готовят вообще классно. Вот обои стоянки, ребят, просто. Все, любой этот каприз за ваши деньги. И вот еще одна. Ну сюда вот я обед съездил там или что-то там вот так вот. Прокачусь сюда. Калякаешь с кем-нибудь там тоже здесь. Тут же автономки, кстати, ставят. Здесь я ставил автономку. Поселок Армейский. Ну, вот справа Армейский, то есть сразу он повернул и слева автономки устанавливают за заправкой. Ребята делают, кстати, классно делают, в принципе, ничего так не жалуются. Так, мы газ не заправили, правильно? Газ. Где мы газ возьмем, ребята? Что-то газ нам не попался. Ладно, едем потихоньку, газ ищем. Что-то не пойму я, ребят, куда-то я свернул тут сразу направо после моста. По программе газоил. Показывает, вроде бы здесь газ. Газ халявный. Сейчас посмотрим, что здесь халявное. Чё почём в Омске газ? Там по 21 был с лишним, здесь не знаю по сколько чё. Опа. Вон снег, видите, на газелях ходит, ребят. Так, ребята, заправились мы. Газ недорогой оказался, 18 рублей, врать не буду, ну короче, что-то 18 прям вот-вот с копеечками, ребят. Короче, прям нормалды. Так, мы идем туда, сейчас рассказывают, это ребята, говорит, вон это местный, говорит, газели тормозят, говорит, и вообще там, ну не то, что газель, вообще грузовую всю технику, короче, начиная с руля там по... Да, гаишники остановили. А, ну давай, ладно. Давай, ага. День добрый, ГАИ, капитан полиции, здравия желаю. О, здоровенько. Ваши документы будьте добры. Чё, как жизнь молодая? Издалека едете? Издалека далеко.
У вас что, как дела? Идет работа? Продукты питания везете? А? Продукты питания везете? Не, дерево, мебель. Накладная иска? Нет, там себе я везу знакомых. Так, все. Ну, так говорят в Омске сотрудники. Проверяют. Руль, муль, пуль, оп, фу. Тормознули. Лежали продукты, эти банки, что-то с одной стороны, с левой стороны вообще прям много было. Офигеть, да, блин. Вот. Теперь дорога, да, ребят. Так, нам сколько ехать, девушка? Нам 300 еще ехать. 300 осталось, ребят. Хотя бы надо включать его. Заезжаем в горизонтик. Кафе «Горизонт», душ. Здесь все есть. Опа, и даже ямы. Так, нам бы желательно бы поменять бы маслица. А где? Мне не надо слов. Маршрут перестроим. Так, душ, души, души, мало души. Так. Блин, я хотел где-нибудь масло поменять, если честно, блядь. Есть часочек другой.
прям масло покрываешь. Так, ладненько, мы что, ребят? Что голову-то молочим? Сейчас мы... Так, сейчас мы идем в кафе. Подожди-ка, в кафе мы, наверное, не идем. Мы, наверное, идем в душ. Мы идем купаться. Купаемся. Потом кушаем. И едем дальше. Мусор весь выкидываем. Все собираем. Такие дела, ребят. Так, ладненько, все, давайте готовимся. Купание. Все, ребят, в душ идем. Купаться. Заодно и постираться. Для того, чтобы можно было поставить на средства. Так, это... Не стирку-то. Давай стирку сделаем. Давай. Я сейчас вещи положу. Да? А в этой руке деньги неудобно. Опа. Так. Все, ладно, сейчас, короче, вещи выкладываю, на стираю. Вот такие комнаты. Вообще. Нормалек. Все, ребята, все готовенько. Покупались. Стирочку вещи тоже отдали. Раздеваешься, оставляешь за дверью. Они приходят, забирают. Все, видите, вещей нет. Че вы здесь отдыхаете? Наследство присвоил, оказалось, он вообще не родня. А, за эту актеру, что ли? Да, да. За него уже третий день рекламы идет. Ну, вот это выяснять оставаются. Тот самый материал, который фигурировал... Он так хотел, который на месте это подстраивал. Давай кофе попьем, что ли? Кофе попьем. Давай. Стаканчик большой, маленький. Маленький? Нет, ну в смысле большой? Вот этот? Ну, 35. Ну, давай, давай, без разницы. А что это? Какие доставки будут? Государственная Дума назначивает отдача. До 2 апреля. Какой? 2 апреля? До 2-го. Да чай, как он тебя опять закон принимает? Конституции прошу. Голосование. Мы не слушаем. Который сформулировал еще президент в послании Федерального собрания. Вот, а затылка до ножу. Чё-чё? От затылка до ножу промнёт. Что, будешь садиться? И что, сколько стоит? 100 рублей. 100 рублей? 100 рублей 10 минут, 50 рублей 5. А сколько надо? А в смысле, а что она проминает? Ну вот, отсюда и вот отсюда все. Да? Да. Ну вообще классно. Да, давай попробуем. Сколько надо? 100 рублей? Ну конечно, лучше на 100 рублей. Да? Ну да. Потому что 50... И что надо сделать? Просто сидеть? 100 рублей давай. А, 100 рублей? 100 рублей, говорит, давай. Ну ты бизнесмен. На, сотка тебе. На нужды. А, ну он вставляется, что ли? Конечно. Это банкомат, оказывается. Конечно. Да. И что тут надо делать? Ничего, все. Откинулся и все, поехали. Сейчас на жули сожмут. Ёха, нифига себе, позвоночник. Автомобили. А техника очищает круглосуточно трассы от снега. Из-за заносов и гололедицы пришлось закрыть участки 16 автодорог. Не лучше в Ненецком автономном округе. Там перекрыли автозимник, сезонную трассу, которая связывает Нарьедмар с Усинском. Это уже второй раз за последние дни. О надвигающемся циклоне предупреждают на Сахалине. По данным синоптика, сила ветра будет достигать ураганных значений 33 метров в секунду.
А вот Якутию и север Красноярского края ждет испытание к редким морозам. Там ближайшие дни обещают до минус 45. Холоднее, хотя, конечно, не настолько станет и в европейской части России. Ребят, надо просто очередного рекорда, который не поедет. Плюс 11,3 градуса, температура уже снижает. Ночами может быть даже ниже нуля. Ну а пока на Питере 2 в Московском доме музыки для широкой публики открыли новую площадку, всемирно известные «Виртуозы Москвы». Новый зал, так он называется, до сих пор был рабочим пространством для репетиции и записи. И вот теперь уникальную акустику камерной... Жесткий он, да, все равно аппарат? Такой жестковатый все равно аппарат, да? Сейчас передали температуру минус 40 Красноярск, Иркутск, 40-45. Хрустальный бокал ежедневно наполняется музыкой, которая звучит здесь в трех залах сегодняшнего дня. Для влюбленных музыку свои двери открывает четвертый новый зал. Это современное пространство, которое может трансформироваться в газет спишь. Концерту красок, а мотивированная акустика подарит невероятное звучание. Владимир Филаков заканчивает репетицию. Именно он откроет премьерный вечер на новой сцене вместе с государственным оркестром «Виртуозы Москвы». Маэстро признается, этот зал еще идеальная площадка для репетиций. Просто здесь высокие потолки, можно дышать спокойно. Подарок колоссальный музыкантам, подарок всем, кто приходит в дом музыки, подарок Москве. Остановится когда-нибудь? А? Останавливается когда-нибудь вообще? Через 10 минут. Да что, 10 минут нет еще? Да ладно, ты что, мне, по-моему, заело он, наверное, что-то. Хорошо, если заело. Тут до утра, блин, вообще, как трансформер будешь разбираться. Снятие усталости, максимальный эффект, улучшение кровообращения. Полезная штука. Однако ж, ну прям жестко вообще, ребят, работает, конечно.
все. Все. Нормально так. Вообще прям классно. Так, ладненько. Так. Так, ребят, сейчас отъедем. Здесь фуры стоят, двадцатки, охранник, как обычно. А здесь вот стоят такие небольшие машинёшки. Сейчас здесь встанем. Нам надо-то минут на 40, может. Я думаю, наверное, ночевать мы здесь не будем. Поедем, сейчас покушаем. Вот и все. Такие дела, ребят. Ладненько. Пойдем покушаем, ребят, в кафешку. Посмотрим, что там есть. Такие вот дела. Да поедем потихонечку. Со сметаной. А не жареное второе есть что-нибудь? Не жареное? Да. Посмотрим. Минус 45, да хрена, да? Ты на двадцатке едешь? А, на Мальте, на своем? Хозяйстве? Десятитонник? А, проводите. Что, эти мелочные груза берете, собираете? Полторы тонны, две. Нет, так он не берет? Я вообще так что, с Москвы. Все это на Новосибирь. Не, наверное, вообще не собираете никогда. Я одного спросил тут. Я, говорит, по 5 по 6 штук собираешь, ну. Хозяин, говорит, туда заедь, сюда заедь. У меня вот кент в Москве стоял, 2 недели стоял, в горку ждал. Там соберет, там соберет, там соберет. Вот эти мелочевки, да? Ну вот. 5, 2, 1,5. Вова. Нафиг тебе надо. А он сам на себя работает? Тоже хозяин. Хозяин? А что хозяин скажет против, если тот скажет? А по Москве-то как сложно это собирать? Я 2 выгрузки в разнице 5 километров и день сдавал. Целый день у меня ушел. Там все важные. Да. Работают с 9, да? Да, 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 да. Обед по расписанию. Я включу группу, на вас вся Россия с 7 утра трудится. Что-нибудь тебе сказали? Да, да. Ну зачем ты, надо тебя отвечать? Я не знаю. Не понимаю, а сам что думаешь? Спасибо. Молодцы, парни. Чисто заработали. Дай тебе позвонить. Опа. Такие вот дела. Морозит, ребята, здесь. Но не так еще. Так, ребятишки,
Так, чаечек взяли, все взяли. Так. Карточку положим. Ребят, тронули, поехали.